The opening of an exhibition is always an event, but when the participants in it are two young but rather well-known painters, it's a double event. This exhibition has opened in the Moscow Art House on Krymsky Val. The sponsors and organizers of the exhibition are holding companies Krymsky Val and Poly Art. The hosts of the exhibition are painter Tay Tsurkava from Moscow and painter and sculptor Alexey Zunde from Tumen. What does unite these two different masters? Hard to say. Maybe youth, maybe talent, or maybe the desire of each of them to create his masterpiece. Exhibition and see by yourself. This exhibition for sale works till July the 26th. You are welcome to buy a picture of your own.
Krymsky Val for the art. So years when you see me, представляют центральный дом художника, выставку двух российских художников Алексея Зумбы, Тюмень, и Тимура Тсуркавы, Москва. Выставка перед вами. Мне предстоит совершить некоторые путешествия во время Победы, очевидно, создать определенную точку зрения по поводу того, что... Не знаю, как присутствующие здесь. Мне приходилось бывать в Тюмени, и я очень хорошо. И поэтому мне легко также представить себе, через что пришлось пройти Алексею Зумбе с его вот этими вот здесь представленными полотнами. Я не хотел бы об этом говорить, но только поверьте, представляю себе это в полной мере. Поверьте, это весьма и весьма нелегко в Москве, потому что всякое новое, даже то новое, которое уже имеет определенную традицию. Хорошо, что это трансцендируется. Видите, искусству, в общем, нам только один путь. Это тот путь, который в кибернетике называется путем проб и ошибок. Другого пути нет. И очень жаль и очень плохо, что на протяжении многих-многих десятилетий наше искусство тщательнейшим образом страховали как от ошибок, так и от самих проб. Не было возможности совершить ошибку, потому что не было и проб. Увы, вместе с тем, значит, не было и пути. А был готовый результат, заранее предуказанный и предопределенный. Хорошо, что эта пора, как бы то ни было, осталась позади. Ну, а конечно, все, конечно. Но, может, будут слова, пожалуйста. Голос из годов. Так, все понятно. Знаете, я затруднение. Я хочу поблагодарить всех, кто собрался здесь на открытии нашей выставки. Но я хочу сказать несколько слов о своем друге и коллеге Алексею. Волею судьбы год назад мы с ним познакомились. Срок для дружбы и, так сказать, узнавание человека, человек маленький, но время нас очень сильно сплотило. Мы были и бизнесменами за этот период, и колхозниками, и крестьянами. Вот. И, наконец, вернулись опять в лоно творчества. Ну, особо тяжело, конечно, вот здесь правильно говорили, такую выставку протолкнуть. Такие работы, как у Алексея, это очень сложно, конечно. И очень смело. Он считает то, что актуальность его работ уже прошла, но, по крайней мере, я так не считаю. Они очень актуальны, очень интересны. Это человек глубокого труда, ну и большого таланта. Поздравить, да.